Всем привет, с вами сайт Soulfinder, и сегодня мы поговорим о Nike Air Signature Player. Многие о них забыли, многие о них не знали, но это довольно яркий представитель серии Foamposite, Flightposite и так далее. Вы видите их в ярком таком привычном для Penny цвете, ярко синим, подошва черная с синим. Эти кроссовки лежали в коробке довольно долго. Когда я достал их, у них баллон уже был немножко запотевший, то есть со временем вот здесь вот краешек видно, недостаточно хорошо я протер. Вот теперь этого нет. Это так называемый фог, как туман, дымка на баллоне появляется, со временем баллон приходит в негодность. И пока эти кроссовки не растворились в летах, я решил их показать вам. Чем они интересны? Фоампозиты цельные, шов 1, шов 2. То есть они состоят из двух кусков, этой стенки и вот этой стенки. Их просто взяли, сшили, и именно на этой модели было показано, как изготавливаются фоампозиты, как их отливают. Если вы пороетесь в интернете, вы можете найти эти снимки. Здесь идет часть с сеткой, которая переходит в язычок. Внутри сапожок, идущий примерно отсюда внутрь вглубь. Очень комфортные. Для игры в баскетбол они не совсем продуманы, потому что передняя часть, как вы можете видеть, она значительно шире. И пятка баллона Air Max в виде подковы, она не очень стабильная. То есть для больших игроков это может быть неощутимо, но для маленьких игроков вы не будете чувствовать корт из-за пятки с баллоном. А также толщина передней части подошвы и вес. Вес 522 грамма. Больше 500 грамм мы даже, наверное, не обсуждали еще. Ну, за исключением Лебронов четвертых кирпичей. Вот эти кроссовки, они первое время передавливают ногу, но в дальнейшем садятся по ноге и испытываешь приятное ощущение. Вот они переливаются. Интересно, вот этот волновой эффект на кроссовках был применен один раз, только на них, с внутренней стороны. В них выступал Джейсон Кид. Была золотая версия, такая синяя, черная. И это одни из первых кроссовок, которые получили приставку ТБ в конце. Team Best, Team Bank, как угодно можно назвать. Но начали появляться вот такие перламутровые белые цвета. И у них менялась задняя вставка и наполнение внутри. Язычок, сетка и шнурки. Они были там красными, зелеными, какими угодно. У нас в разделе «Архив модели» вы можете посмотреть несколько других цветов, а все остальные можно найти в интернете. В принципе, эти кроссовки известны. Других с похожим названием или похожим внешним видом не было. Поэтому мы сегодня рассказываем вам о них. Но помочь их купить вам не сможет никто. Поэтому, если они вам нравятся или нравились, то можете забыть об этом. И последнее, что хотел сказать про них. Немножко я, конечно, слукавил, когда сказал, что не было кроссовок, похожих на них. Были кроссовки Nike Low Posite, которые низкие, вообще вот такой высоты. Это и полубеговые кроссовки, у которых была такая же структура, то есть волновая, но они не очень предназначены для баскетбола были. И у них нос другой, он не такой, он заостренный, более с захлестом. Кроссовки продавались в Америке, там пара-тройка цветов только была. Не вызвали ни у кого большого интереса. Но Signature Player оставили след в истории значительно больше. И сегодня мы вам о них поведали.
С вами был сайт Soulfinder. До новых скорых встреч. Всего доброго.